Вероника Фурса еще не понимает, но именно она через неделю войдет в историю. На Кубани однозначно. В 71-й Краснодарской школе в этом году растянется самая длинная линейка из первоклашек. 501 ребенок. Для детей специально построили отдельное здание, чтобы они все могли поместиться. Шутка ли? В школе 17 первых классов. От 1 А до 1 С. В этом здании будет обучаться 8 классов первоклашек и 4 класса четвероклассников. Это в первую смену. Во вторую смену будут обучаться дети начальной школы. Такое количество первоклашек в одной школе – это огромная нагрузка и на учителей, что сказывается и на качестве образования. И это не единственная проблема в отрасли. Их сегодня обсуждали на Краевом педагогическом совете, который возглавил Вениамин Кондратьев. В таких условиях, например, как в 71-й Краснодарской школе, и учить, и учиться непросто. Поэтому бюджет нужно разворачивать именно в сторону строительства новых помещений, а не оптимизации старых. Мы говорим о каком-то демографическом там прорыве. А куда, где? По 13 вторых, первых, четвертых классов будет. Мы так доживемся, что алфавита не будет хватать, чтобы обозначить все классы одной параллели. Поэтому сегодня нужно нажать на тормоз и понимать, что сделать надо перезагрузку. Коллеги, школу надо строить. Еще раз подчеркиваю, я обращаюсь к себе, к вам и главам. И мы будем их строить. Хватит латать то, что было построено. Не долатаемся. И стены мы у школ не расширим. И пристройками мы ничего не решим. Оптимизация называется там какая-то там. Профанация все это. Как надуваем, так и потом таких же надутые результаты образования пожмем. Инфраструктура школ и детских садов часто не соответствует современным требованиям. Многие из них были спроектированы еще в прошлом веке. Иногда доходит до того, что сложно установить современное оборудование для уроков. В стратегии развития системы образования на ближайшие 5 лет, которую озвучила руководитель Краевого Минобра, прописаны типовые проекты для образовательных учреждений. Все они утверждены в Министерстве строительства, и только по ним можно будет возводить здания. Мы рассмотрели проблему, рассмотрели все старые изношенные здания, и вот результат. Необходимо в ближайшие 5 лет построить 258 новых школ с общей проектной мощностью в 143 тысячи мест и реконструировать 59 школьных зданий для создания 9 тысяч дополнительных мест. Я хочу сказать, что это расчетные цифры сегодня фактически с примерным прогнозом миграции и рождаемости. Строительство новых школ должно потянуть за собой решение еще одной проблемы – обучение в несколько смен. Сейчас в таком режиме на Кубани уроки проходят у 116 тысяч детей. К 2020 году вторые смены в школах должны быть полностью ликвидированы. От тезисных целей глава региона подталкивает учителей к разговору об авторитете профессии, ведь он напрямую влияет на желание молодежи работать преподавателями. Судя по цифрам, только в сельских школах четверть учителей – пенсионеры. Авторитет одной из важнейших профессий не так высок. Почему не все выпускники идут в школу? Коллеги говорят, учителей труда вообще нет. Они не выходят. У вас есть целый факультет, а в школах как бы вообще не доходят. В рамках нашего вуза у нас, например, еще нет такого, чтобы кто-то выходил с каждого факультета и ни один, ни два человека не устраивались по профессии. Мы о чем говорим? Мы говорим о том, что цыплят по осени не хватает. Чтобы поднять престиж профессии, в крае планируют открыть профильные классы. Педагогические вузы со школьной скамьи смогут готовить к себе абитуриентов. Естественно, за целевым обучением уже в самих университетах должен быть строгий контроль, говорит Вениамин Кондратьев. Выпускники вузов обязаны отработать учителями. Сам в недавнем прошлом ученик, а сейчас преподаватель истории в школе, Владимир Пеплов уверен, если молодых педагогов поддержат жильем, как когда-то его, проблем не будет. И самое главное, школа затягивает. Для меня этот год, кстати, особенный. Вот ребята, которых я в 2010 году начал учить, в этом году уже 11-классники. И вот у них впереди как раз, вы все знаете, что единый государственный экзамен. И тоже для меня это экзамен, но для меня, можно сказать, такой жизненный. Вот как раз о чем вы говорили, да, зерна, посев. Вот как раз я и смогу увидеть результат своего 5-летнего труда. Молодец, молодец. И вот я прилагал и постараюсь приложить все усилия. Ну, ради таких, как ты, стоит строить школы, поверь. Побольше было. Также на совете говорили и о детских садах. Очередей в них для малышей от 3 до 7 лет не должно быть уже с начала следующего года. Нужны в современном образовании и прорывные идеи, например, создание детских технопарков. Но самое главное во всем этом – наличие того, кто преподаст урок. Перед учителями обычно ученики стоят. Ничего не остается нам, ученикам. Как те ошибки и замечания, которые сегодня
прозвучали в этом зале, как и положено, исправлять. Самое главное, что сегодня мы должны сделать, это сохранить вот то учительство, тот потенциал, знаете, вот того духа, который нам достался от предков. Учителя всегда были в нашем обществе на одной из самых высоких ступенек. Но, к сожалению, были. Но жизнь продолжается, и мы продолжаем жить. Нам ничего не мешает сегодня вернуть учителя на прежнее место. Сегодняшний педсовет прошел как хороший урок, подметил Вениамин Кондратьев. И главное теперь на отлично сдать домашнее задание. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар.